Костяк. Не бойся, Саня, это малинуа. Он завис. Это называется стоп-кадр. Я не могу, я смотрю на его эти ножки, да вот эти вот пальцы, это нечто. Это называется, говорю, был стоп-кадр, что ты расстраиваешься так сильно? Все застыли. Я не могла бы уже улыбаться. Давай местами поменяемся, Оль. Время всей защитной службы. Собака показывает бескомпромиссную, самоотверженную, очень живую работу. С очень хорошим контролем. Обыск укрытий. Хотел бы пожелать, чтобы в будущем собака лучше ориентировалась и быстрее обнаруживала бы пятое укрытие. Оценка очень хорошо. Удержание, облаивание фигуранта. Очень хорошо облаивала собака энергичная фигуранта, беспрерывно лаяла до подхода проводника. Самотные заряди и ноги, свобода по отворанию из него корректные. Не совсем корректным был отзыв собаки от фигуранта. Здесь вот косяк был. Оценка очень хорошо. Фокуза у фигуранта. Побег. Закром по экономике. Энергия. Очень живо, энергично, бескомпромиссно атакует собака фигуранта. Закус малый, заклад мог бы быть еще полнее. Отпуск и охрана были в порядке. Оценка очень хорошо. Обрана в цахом страже. Закус, энергичный и компромисс. Добрый. Отражение нападения и спады охраны. Собака ведет себя очень корректно, моментально атакует фигуранта, хорошо отпускает рукав. Был очень корректный отпуск,
собака в фазе охрана вела себя очень корректно. Оценка отлично. Лобовая атака. Очень энергичная атака. Захват мог бы быть еще умнее. И во время давления сигуранта на собаку, собака показывает, ведет себя нервозно. Отпуск в порядке, фаза охраны в порядке, конвоирование сбоку в порядке. В целом очень хорошо. В целом защитная служба оценивается на оценку очень хорошо. 94 балла.